Разбитую дорогу Курагина-Черемшанка отремонтируют этим летом. О плачевном состоянии трассы мы рассказывали уже неоднократно. Местные жители вынуждены пробираться через метровые ямы и рытвины. Сделать это не всегда удается даже на внедорожнике. Между тем, именно этот путь связывает между собой несколько населенных пунктов. Чтобы восстановить покрытие, из бюджета выделят 4 миллиона рублей. На эти деньги гравийку доведут до пригодного состояния, чтобы водителям было проще по ней проезжать. На самый проблемный участок завезут щебень, все разровняют и укрепят основание. Работы начнутся в июле, чтобы к осени успеть все сделать. Самым тяжелым мы считаем участок с 25 по 30 километр. Тяжесть его вызвана рельефом. Там с одной стороны близкая река, с другой стороны гора, куда зимой постоянно сходят лавины. И, собственно, вот эта вот ситуация текущего года, текущей весны, она, собственно, вызвана тем, что практически всю зиму, всю весну там сходили снежные лавины. Было очень много снега, очень много воды.